Здорово-здорово, парни и девчонки, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию ПКРМП. Играем, как всегда, на gtrp.ru, сервер номер 03. Друзья, я честно сейчас думал, вот, ну, блядь, мысль такая в голову, ну, надо разбавить патрулем, надо вот попатрулировать, потому что, блядь, ну, давно я серию попатрулю. Ну, какой, блядь, патруль, какой патруль, когда у нас новый проект на носу в КРМП, друзья, мы просто обязаны. Я думаю, я надеюсь, я не совершил ошибку, друзья, ставьте лайк, если вы этого и хотели. Так, этот светофор не работает, здесь оно красное в обе стороны горит и зеленый, так что я его проезжаю. Просто на всякий случай говорю, чтобы потом в комментарии не писали, что я нарушитель злостный. А, ребят, просто прямо сейчас... Вот почему вот, когда... Вот, блядь, вот... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Куда я вообще еду? Подождите, можно вопрос? Схуя ли я повернул вообще в другую сторону? Меня больше интересует вообще, куда я, блядь, поехал? Я что-то не совсем хорошо, видимо. Ребят, я сегодня очень рад, потому что у нас сегодня будет полнейший пиздец. Мы сегодня будем строить... Ну, ладно, строить не знаю, но мы сейчас попытаемся... У нас есть быстрый гелик, вы все это знаете. И нам надо попытаться, друзья, сегодня успеть купить... этот самый. Так, подождите, тут направо же получается, да, на выезд, по-моему. Правильно я же? Да, все. Правильно, 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 правильно. Да, направо поедем и. Хотя можно сократить дорогу. Блять, давайте нет, давайте я сейчас. Я хочу быстро долететь до южного. Блять, я надеюсь, что меня не выебут за кра. За! Тихо, тихо, тихо. Где тут дорога? Прямо и налево все. Все в порядке. М5, друзья. Мы должны ее прямо сейчас купить. Ну и вы понимаете, что будет происходить. Мы просто сейчас хуярим в южный в автосалон. Я решил, что мы купим новую. Это так будет интереснее, так будет веселее. Мы должны приобрести новую М5, чтобы узнать все-таки, как вот в стоке, да, она себя чувствует, блять. Вот жизнь удалась. Гелик, который ебашит 154, и мы сейчас едем за самой быстрой тачкой в этой игре. И будем строить из нее максимум. Я не знаю, что по донату вообще, пацаны, не знаете. У меня как бы... Не, деньги вроде есть в банке, я же надеюсь, я... Сейчас не обломаюсь, у меня вроде в банке-то есть бабло. Я все и буду использовать чисто на тачку и... Так, и надо, кстати, как раз в банке будет оплатить дом. На всякий случай. Хоть у меня защита всякая стоит от грабежей и прочей всякой хуйни. Но уже пора, по-моему. Так, все, мы почти что... Это опасно сейчас, скутерист, смотрите. По встречке, оно сейчас сплошное ныряет. Сейчас мы быстро едем, покупаем М5 прям в салоне, блядь. И ДПСник аккуратно, Мне... Блять, это был пинг, чувак, честное слово. Я вообще ни при чем здесь. Я, честно, ни при чем. От гелика я до сих пор в ахуе, как бы. Ну, тут вопросов вообще никаких не может быть. Почему чувак по встречке едет, я вообще не понимаю. Вот надо, блять, патруль скоро будет, блять. Буду всех наказывать. Глаз чешется, пиздец. Ай, сейчас почешу, отлично, все. Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Блять, гелик устойчивый все-таки, сука. Смотрите, хоть он такой вроде... сам-то ебашит и... Все нормально. Так. Бешеный гелик, я просто в ахуе, на самом деле, что он творит. И М5 мне просто, блядь, страшно. Представьте, М5, вот, да, через какое-то время он у нас будет все равно в полном тюнинге. М5 в полном тюнинге по дороге смерти. Это будет пизда Ивановна просто, самая настоящая. Вот, там мороженщик приехал, смотрите, на салон. Так, нам надо до банка сначала доехать, не забыть. Потому что надо снять бабло, оно вроде с собой должно быть. Насколько я помню, блин, или нет. А, я же не покупал еще ни разу тачку новую. Елик же я выиграл в рулетке и Маху тоже. Ёбана рот. Это будет моя первая покупка на GTRP. Ебать. Так, поворачиваем налево. И... Так, здесь у нас какая-то уже... Какая-то заруба пошла, да? Ладно, останавливаемся. И, друзья, М5 Е60 прямо сейчас. Все как надо. Чики-пуки. Чики-пуки. Банк-меню. Банк-меню. Так, смотрим, значит... Налоги, кстати, налоги дома, дом оплачен на 17, так, значит, надо оплатить на 13, отлично, все, я оплатил полностью дом, и как раз-таки баланс счета, да, есть у меня 3 ляма, значит, снять деньги, мы снимаем 3 ляма и снимаем, раз, два, три, все, 3 ляма снял, баланс счета 55 тысяч, ну ничего, ёпта, придется донатить, хули. Так, и давайте, наверное, я прям, знаете, вот чисто представлю ситуацию, как будто это моя первая машина. Гелик пускай тут валяется, он закрыт же у меня. Ну-ка. Сейчас. Да, закрыт, я не могу в него сесть, отлично. Все, бежим. Друзья, состоится сейчас этот момент, и мы сразу похуячим с вами в тюнинг, в Арзамас. Тюнинговать обратно по дороге смерти на стоковые пока что М-ки, и будем смотреть, как она вообще, и это пиздец будет. Это...
Сейчас бы скиллы качать около автосалона. Вот это уровень, блядь. Вот это нормальная хуйня. Так. Во! Вот она, вот она. Но опять же, да, опять же, не будем сейчас разводить никакие холивары. Мне не нравится она внешне. Мотор у нее, в принципе, заебись. Опять же, я бы хотел попробовать ее в реальной жизни, но себе бы не взял, потому что, ну, не кайфую я от 60-го кузова, ну, никак. Ну, вот, ну, не нравится он мне. Ну, просто, ну, буду честен. Ну, сама, блядь, ночью, ёпта. Покатаемся, бля, эмочка нормальная, ёпта, хули. Так. Ну что, друзья мои, что по цвету будем делать? Так, сейчас, я просто делаю релог, сейчас просто сделаю релог. Один момент, просто один момент. Мы заходим в гараж. Я даже забыл, блядь, команду, понимаете, от того, что я немножко сейчас, у меня бомбит, блядь. Ямаха. Ладно, хуй с ней, хорошо, пускай она занимает целое парковочное место. Ладно, гелик, блядь. Но вот сюда, что М-ка не уместится? Это, походу, гараж соседа. Ребят. Ну, я, конечно, понимаю, да. Но я просто был до последнего уверен, что у меня гараж на 3 места. Оказывается, он все-таки на 2 места. Таким образом, как бы это печально, блядь, не звучало, Ямаха, прости меня, пожалуйста, но я не могу ничего сделать более как... Подожди, а может быть прямо тут? $4 она стоит? Бля, а сколько на запчасти? 3 ляма получу. Ёбана рот. Я нихуя не жалею, что я просто сейчас быстро избавился от Ямахи. Да, я ее выиграл. Да, я какую-то денежку потерял, потому что мог продать ее дороже. Но это бы затянулось до хуя времени. Я в кураже, ёбана рот. Я не могу... Подожди, только не говорите, что я мог это сделать там. Я реально... Тихо, блядь, ты чё нахуй? Я чуть гелик не продал, команда немножко затуп... Так, я походу лоханулся, я просто думал, я должен быть на мотике, чтобы продать его. Ладно, сейчас я тогда выйду на паузу, хотя, блядь, дорога это... Хотя нет, я поеду дорогой... Давайте, короче, да, уйдем на паузу. Я нихуя не жалею, я выиграл этот мотик в рулетке, я в него не вкладывал, продал, получил 3 ляма, это даже в плюс мне на тюнинг М-ки, потом Ямаху, если захотим, купим, и все охуенно, едем за М-кой. Блядь! Вот это я начал запись! Фух, ребят, я извиняюсь, если это выглядело как скример, я постараюсь... Нет, пожалуйста, гелик, пожалуйста, нахуй, пожалуйста, сука! Тварь! Стой! Блядь! Ёбаный в рот хотел, я включил запись, чтобы сейчас сказать. Я, наверное, все-таки... Пожалуйста, остановитесь, кто... Я не хочу переходить, я не хочу, заведите меня до салона, пожалуйста! Сука, вот, нет, я, ребят, кто... О, спасибо. Подкинь до автосалона, пожалуйста. Чувак, я тебе заплачу, реально. Что за взрыв? Ф. Чувак, я тебе дам даже денег, потому что ты неравнодушный. 10 тысяч держи, малыш. Пожалуйста, до автосалона, очень быстро, пожалуйста. Плиз, побыстрее. Спасибо, не за что. Пожалуйста, только до автосалона меня, пожалуйста, родненький. Довези, пожалуйста, я тебя умоляю. Побыстрее, эти аварии меня, блядь, до инфаркта доведут. Нахуй! Сука. Не, ребят, я больше не буду. Вот, я не знаю. Вот напишите. Там Rolls-Royce проехал оранжевый. Похуй на него. Ха-ха, у меня же будет М-ка самая быстрая. Ребят, что-то в КРМП какая-то дичь происходит. Мне кажется, надо побольше лайков за эту всю движуху. И знаете, я... Давайте все-таки договоримся. Я просто люблю... Ну, я понимаю, что сейчас второй раз я поехал бы до Южного, я бы обрезал эту дорогу, но... Не стоит забывать, что теперь в КРМП есть тюнинг, а это значит, что все гоняют как просто, блядь, бешеные, и будут куча аварий и смешных моментов. Поэтому давайте договоримся, что я все-таки буду оставлять дорогу. Я думаю, то даже вы не против-то будете, если я буду... Пожалуйста, вот не надо только... Мэр сейчас. Ой, чувак, ты просто... Влад, дилер. Ты настоящий дилер, ты настоящий герой, я тебя обожаю, серьезно. Спасибо.
Вон М5 продают, ну мне похуй, я новую сейчас с салона возьму. Пара-пара-пам-пам-парам-пам. Сейчас самое смешное будет, если байк на самом деле место не занимает. Не, хотя там не, он занимает место, так что. Ух, эмочка, она меня ждет уже. Она ждет уже сразу на стейдж первый ее кинуть. Вот это я понимаю, блядь, настоящий мужской дух. Покупаешь тачку в автосалоне и сразу кидаешь ее на стейдж. Чуваку не дали повернуть. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Респект, реально тебе. Чувак просто меня очень сильно выручил. Быстро довез, прям красава. Так, можно въезд? Ага, спасибо. Так, кажется, я чувствую дежавю. Мы, кажется, тут уже были. Итак, друзья мои! Хочу все-таки вот такого цвета. Яху! Друзья, теперь полноценный релок. М5 уже стоит в гараже. Друзья, прямо сейчас начинается новая эра. Прямо сейчас начинается новая эра. Ебана в рот, она очень красива на самом деле в этом цвете. Вот в этом цвете прям вот я думал либо белую, но белая как-то скучно смотрится в этой игре. И мне как-то вот синенькая прям огонь. Прикольно выглядит, прикольно. Так, ну что? На транзитах может нарушать. Шутка, все равно штрафы придут. Ой, блядь, ой, ебаный рот. 139 стоки, ебаный рот. Вот это уровень, блядь. Ух, как, бля, посмотрите. Ну, блядь, соска, ну, бля, нормальная. Ведь имеет, ёпта. Бля, из нее мы ее, бля, раскочегарим. Нахуй, стейдж 10 сделаем, она у нас, правда, проживет 1 километр. Че по ресурсу вообще у Бэх? Ладно, поехали. Хотя нет, вот V10 это он надежнее, чем 4.4. Я про 4.4 уже все говорил, то с драйвах и так далее. Вот он здесь, наверное. Вот тут, правда, по-моему, с коробкой проблема была. Блять, да что ж все меня хотят сегодня атаковать-то? Сейчас чувак еще под фуру бы улетел, было бы смешно. Так, друзья, ну, в принципе, мы ее на тест-драйв брали. Я даже особо не буду сейчас давить тапочку. Мы просто и сразу едем на тюнинг. Вот это вот это нормальная хуйня, да? Сразу на... Вот это уровень, блять. Так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну шо? Сразу три деталечки сейчас поставим. Стоишь один, чипанем. Ой, блядь, что она будет творить? Ух ты, ебать, Паджеро был. Вот это модный цвет. Так, азот. Конечно, конечно, 10x. Текс. Блок цилиндров, надув. Что ставить-то будем? Давайте блок цилиндров. Сейчас, чувак, подожди, я пока не могу открыть. Или надув сразу ебать. Давайте надув ебанем. Просто надув на троечку, а? Чувак, да садись, без проблем. Без проблем, садись. Просто мы за один день Бэху довели до того, что она уже едет как наш гелик. Вы помните, сколько ебались мы с гелик? Не, ну ладно, хорошо, это понятное дело, что несравнимые вещи. Просто как бы сам факт. То есть, мне страшно, все как дело, все заебись. Все заебись, по-другому и не скажешь, чувак, вот реально все заебись. Ой, блядь, привет, здорово, 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 здорово. Так. Ой, я видео. Ну, не знаю насчет ты видео или нет, но ты видео! Пара-пара-па! Фью! Ты еще в каком видео, чувак? Это же. Ёп! А че по трубе-то вообще одной? Как бы я понимаю, это что, фейковый выхлоп или что? Че, никак, да? Ну ладно. 152, друзья, она едет. То есть, и она еще и боком валит. Ебать меня в рот, а? Наоборот. Не, подождите, нам нужна прямая. Нам нужна прямая, правда. Я уже уебал бэху свою, но это не важно. Просто один день, три детальки, и тачка едет 152 на 2 км в час медленнее, чем гелик. Но гелик, сука, это булыжник, который валит, черный, причем квадрат, блядь. Вот это тоже, на самом деле. Давайте, наверное, мы поедем туда. Друзья, ну, тут лайк просто. Тут лайк. Я просто, ну, это будет пиздец очень страшно, когда она будет в полном тюнинге. Она будет ебать просто всех. И, как бы, это будет самая быстрая тачка, просто существующая на GTRP. У меня нет слов. Да, она пока что вяленько ускоряется, я это вижу, но ёбаный в рот. У нас стоит просто три детальки. Можно как бы... А! Резко 152. Вы видели это ускорение от 120 до 152? Сколько? Пока 152. Пока 152. Все впереди, чувак, все впереди. Ты, главное, следи за... Нихуя! Вот я тоже такой же реакции! Как... Так в том-то и... Вот, да, уже как гелик едет. Пиздец. Это уровень, блядь. Но гелик тоже для... Ой, она еще и боком валит. Бля, ребята. Это пиздец.
просто лайк, ребят. Он такой будет заебательский. Мы будем его тюнить также потихонечку, не спеша, наслаждаясь им. Вообще можно какие-нибудь злые покатушки устраивать. Теперь дрифт, все дела. Ребят, ну все, эмочка. Stage 1. Правда, это нихуя не Stage 1, потому что мы надув поставили, это Stage 3 сразу, но так чисто. Мы понимаем, что это только начало, друзья. Это только начало нашего пиздеца. Эта тачка будет, походу, ехать 200, и как бы по дороге смерти будем просто носиться, и, блять, это будет разрыв мозга. Ребят, просто ставьте лайк, вы знаете, что нас ждет впереди. Подписывайтесь на канал, если тут впервые, комментируйте. До новых встреч, всем удачи и всем пока, ребят.